Нет, уже нам обнялся. Привет. Справляйтесь с этой задачей и выходите к нам на лед. Павел Николаевич, да. Ваше впечатление. Когда, друзья мои, самые положительные. А ваше-то как? Сейчас все очень быстрые, как еще. А вы почему, девочки, не участвуете в конкурсе? Высоковаты. Мы снимаем молодое поколение, которое с удовольствием в нем участвует. Ой, Снежочка, ты посмотри, какой ребят получается замечательно. Ну что, Снежочка, у нас будет занятие на катке, у нас будет скандинавская ходьба, у нас будет занятие по хоккею. Так что просим всех, приглашаем на зимние забавы во время каникул. Какой-нибудь. Держи. А ваша задача найти его, например, у себя на одежде или на одежде у соседа и очень быстренько дотронуться до этого цвета. Здравствуйте, как настроение? Настроение у вас? Здорово. Здорово. Зима, сочельник, все хорошо. С наступающим. Но дедушка есть важные условия. В случае нельзя падать, но задержаться. Да, падать мы не будем, и толкаться тоже. Хорошо, друзья? Мы осторожно подъезжаем. Что? Например, я скажу, найдите, докоснитесь где-нибудь здесь до голубого цвета. Вы куда поедете, ребята? Снегурочки, конечно, да, молодцы. Ой, что-то нет, не готовы. Еще раз, ребята, готовы. Розовому цвету, девушка, да?